8 российских вузов вошли в число 400 лучших в мире. До этого в международном рейтинге было только 5 наших университетов. Выше всего среди российских учебных заведений заграничные исследователи оценили МГУ имени Ломоносова. Он на 108 месте. Далее Петербургский госуниверситет. У него 258-я строчка в рейтинге. Это, правда, на 2 позиции ниже, чем в прошлом году. Бронза у Новосибирского государственного университета. Он в результатах исследований занимает 291-е место. Восьмерку лучших российских вузов также вошли МГУ имени Баумана, Московский физико-технический университет МГИМО и 2 томских вуза – Госуниверситет и Национальный исследовательский политехнический университет. Причем большинство учебных заведений улучшили свои позиции в этом списке. МГИМО, например, поднялся сразу на 47 пунктов. Усилили свои позиции в рейтинге также университеты Китая и Сингапура. А вот вузы Великобритании, Австралии и некоторых европейских стран несколько сдали позиции. Разумеется, первые 3 строчки в рейтинге заняли американские университеты. Лучшим в мире признан Массачусетский технический университет. Он новатор в области робототехники и искусственного интеллекта. Кроме того, добился больших успехов в таких дисциплинах, как менеджмент, экономика, лингвистика и философия. Более 80 представителей этого вуза, лауреат Нобелевской премии. Это рекордный показатель. Среди выпускников Массачусетского университета американский астронавт Дэвид Скотт, бывший президент Колумбии Вирджилио Барко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.